повернулися до студії. І як анонсували на початку сьогоднішньої програми, до нашої студії завітав гість, який рік тому починав з нами новий сезон програми «Новий день». Це Юрій Любаров, директор дитячого містечка «Казка». Девіз по життю «Улибайтесь, господа». Вітаємо вас, Юрію. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Доброго ранку. Ну що ж, рік по тому, бачите, як символічно. Я, звичайно, не вже в образі дракончика, але... Ну, я не в тому образі, в якому був год назад, уже, якщо не знав. Так, тоді ми говорили про літературу більше, про творчість. Зараз до творчості теж дотична тема, тому що про те, як відбувається капремонт у містечку Казка того паровозика, слідкують усі. Хотілося б дізнатися вже з перших вуст, як йдуть справи, незвичайно ж, чи чекають з нетерпінням малюки. Діти дуже чекають. Когда ремонт паровоза закончится. К сожалению, это не так быстро, как нам бы хотелось, но быстрее, чем могло бы быть. Благодаря коллективу НТРЗ, профессиональным людям, благодаря руководителю Вячеславу Симченко, мы получили надежного друга и партнера, который причем сам высказал такое желание. Он говорит, вот стоит паровоз, он уже 30 больше 30 лет стоял просто неподвижно в сказке, до этого еще много десятков лет бегал по железной дороге, и пришло время ему сделать капитальный ремонт, новое, может быть, даже обличие, он получит новую раскраску, какую-то, ну, другую. И он получит новое имя, наверное, если горожане проголосуют за новое имя, или, может быть, оставят старое. Хотелось бы также узнать, что так можете, может, приоткрыть, есть ли уже какой-то дизайн новый, что там все-таки будет? Есть пока предложение, и предложение, прежде всего, горожанам, ко взрослым, к маленьким, каким бы они хотели его видеть. И люди присылают либо образцы, вот хотели бы видеть в такой раскраске, либо, может быть, даже уже какие-то эскизы. И также присылают новые имена, имена очень разные. А вот. Куда люди могут вам отправлять свои эскизы, имена? У нас прямо вот там на ремонтной площадке висит большой баннер, там электронная почта. Ну, а проще всего это в Фейсбуке, есть группа детского городка «Сказка». Там абсолютно открытая группа, каждый может туда писать любые идеи. Ну, не только касательно паровоза, потому что все-таки паровоз – это... Ну, сегодня самое яркое, да, потому что идет ремонт, самая яркая звездочка детского городка, но детский городок нуждается вообще как бы в новом подходе, в новом генеральном плане, работы над генеральным планом ведутся, пожелания горожан собираются, пожелания, безусловно, все фантастические, то есть как полет фантазии не ограничен, ну а мы будем смотреть уже, что нам позволит сделать время и средства. А можете с нами поделиться, какие примерно пожелания по паровозику и вообще по детскому городку? По паровозику там много разных пожеланий по именам, там сказочным, и, начиная там от Гарри Поттера, и в общем-то заканчивая тем, что многие хотят, чтобы он оставался кукушкой. В какой момент он стал кукушкой, уже никто не помнит. Изначально он не был кукушкой, и вообще этот паровоз не серии «Ку». Но в какой-то момент все маленькие паровозы, которые по узкоколейкам бегали, в народе назывались «Кукушка». Может быть, он так и останется, если... Оставить свое историческое название. Да, да, раскраска разная. От радуги до стандартных там красно-черно-желто-белых. Да, вот там как классические паровозы начала 20 века. Поэтому пока не знаем. Но хочется, чтобы он был не только таким объектом, по которому можно будет ползать, заходить внутрь, потому что кабину мы откроем. В кабину можно будет отлично, заходить обязательно. Откроется. Да, да, кабина откроется. Но хотим, чтобы еще он там получил какое-то звуковое сопровождение, может быть, световое. Ну, в общем... Я так понимаю, фантазии не только у жителей фантазии Николаева. Море, фантазии у всех море. Вот, все упирается только во время и в друзей, которые помогают это делать. А вообще, да, когда уже планируется, что вот он будет готов? Ну, хотя бы примерно. Я не знаю. Честно вам скажу, сроки я боюсь говорить, да, потому что Вячеслав Валентинович Симченко практически ежедневно в сказке. Он наблюдает за тем, как происходит. Люди работают очень активно. На заводе делаются заготовки, привозятся, что-то чистится, сваривается на местах. Это, конечно, удлиняет процесс. Если бы была техническая возможность его взять и отнести в цех, то, наверное, это было бы и не так шумно, и, может быть, быстрее, безусловно. Но такой возможности технологической, к сожалению, нет. Ну, как сообщали интернет-издания, что все-таки планировалось сначала, что не так будет долго длиться капремонт, да, потому что они не ожидали, что он настолько уже плохо состоянии. Да, да, да. То есть просто идея изначально была его почистить, покрасить и там где-то подварить, да. Но когда начали чистить, увидели, что, в общем-то, под слоем краски уже, к сожалению, металла нет. Да, да. То есть годы берут свое, то, что он стоял все это время, поэтому мы вывезли не одну тонну ржавчины.
вот уже просто рассыпавшиеся в труху. Но это не напугало НТРЗ. Ребята сказали, ну что, раз не к чему крепиться, мы сделаем новый кузов, новый бункер. Дольше простоит. Да. Ну что ж, мы очень давно уже хотели с вами пообщаться, приглашали в эфир, чтобы узнать, что же нового в городе Сказка проходит. Потому что городок Сказка – это центр детской жизни. Что сейчас уже планируется, что интересного уже проходило? Планируется очень много. Все мероприятия, которые проходили зимой, яркие и большие, все были видны нашим гостям. Я хочу проанонсировать в ближайшее же время. 7 апреля в детском городке «Сказка» будет День здоровья традиционный с областным центром здоровья, когда можно будет в течение дня прийти и пройти обследование, пообщаться с докторами, пообщаться со специалистами. Будут конкурсы, игры для малышей с призами, с подарками очень интересными. В мае месяце мы планируем несколько больших мероприятий. И, безусловно, в день рождения городка, это 19 по 22 мая, будет несколько крупных мероприятий, мы их будем анонсировать. Хотим сделать такой первый сказочный парад. Вот сказочных героев, и чтобы все. В рамках сказки или вы будете выходить за город? Посмотрим, город, посмотрим. Если не хватит места в сказке, то пойдем по улице Соборная. С городка в город. Да, да, да. Потому что хотим, чтобы не только в новогодний карнавал люди надевали карнавальные костюмы, чтобы дети могли и даже летом вот, поучаствовать в этом, прийти в костюмах сказочных героев. Может быть, будем читать сказки. Много интересного. Вот. А 1 апреля, вот еще. Продолжая тему паровоза, я думаю, что 1 апреля в сети интернет и, может быть, и на вашем канале, вот, если это будет интересно, появится такой видео, шуточный видео-сюрприз от работников НТРЗ и от детского городка «Сказка» касательно паровоза. Ну, то есть это такая нам уже интересно, да. Шутка. Да, да, это уже интересно. Ну что ж, как всегда, «Сказка» может удивлять. В прошлом году летом очень активно был буккроссинг. Дети там могли и рисовать, и читать, и брать книжки, обмениваться. Будет ли в этом году возобновление? Обязательно. Буккроссинг будет. Мало того, что в прошлом году была проблема такая, что он был под открытым небом. И приходилось во время дождя там либо укрывать, либо уносить книги. Книги мокли в какой-то момент. В этом году у нас появилась специально такая белая башенка. Она будет работать точно так же бесплатно, открыто. В нее будет открыт вход все это время. Но просто книги будут находиться уже под крышей. И будет он работать, соответственно, там, в любую погоду. Это уже отлично, это радует, конечно же. Вообще, вот хотелось бы узнать, как какие-то, возможно, проблемы есть сейчас в городке «Сказка», что требует «Сказка», капремонты какие-то. Потому что реально, как бы, понимаем, что партнеры партнерами, но все-таки хотелось бы, возможно, общественность тоже нужно к этому приобщить. Ну, сказать, что есть проблемы, это ничего не сказать. Да, технические. Проблемы есть. В капитальном ремонте нуждаются все строения детского городка. Вот мы закончили комплекс противоаварийных работ нашего подвала. Сделали так, что уже туда ничего не затекает. То есть часть работ сделана, но вот сейчас ждем, с нетерпением ждем, что депутаты выделят деньги на капитальный ремонт и этого подвала, и каменной крепости, потому что под каменную крепость у нас уже разработан проект интересной реконструкции, капитального ремонта, укрепления. Там очень сложные грунты. В общем, рассказывать можно очень много, и она дала трещину. Поэтому ее надо укрепить, ей надо дать новый имидж. Она появится в тех же границах, в тех же стенах, но в новом цвете, с новыми башенками, с новыми зубцами, с интересными элементами. Красивый апгрейд. Очень должен быть красивый апгрейд, но мало этого, она еще должна жить внутри. То есть внутри должна появиться, ну, что-то такое среднее между интерактивным музеем средневековья и квест-комнатой. Вот что-то такое, где ребенок будет заходить туда, и в течение некоторого времени он будет там знакомиться, играться, там, пугаться чего-то, восхищаться чем-то. Вот. Но это все зависит, к сожалению, от финансов. От финансов. Ну, добрая воля депутатская есть. Депутаты всех фракций, независимо от политической принадлежности, все любят детский городок, все готовы сделать все возможное, но все-таки. Посмотрим, как бюджетная сессия. Будем надеяться, да, на то, что все-таки будут выделяться деньги. Ну и, конечно же, партнеры, приобщайтесь. А друзья, да, без друзей, безусловно, нет. Но тоже не все можно сделать с дружеской помощью. Ну да. Рады были, что сегодня вы пришли к нам. Очень приятно, тем более, что год спустя все-таки. Да. Я об этом напоминаю нашим телезрителям, ну и нам, конечно же. Спасибо, что пришли, очень было приятно. Спасибо. Пообщаться я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні в ефірі з нами спілкувалися про те, що відбувається в дитячому містечку Казку. Це Казка в центрі життя дітей Миколаївщини. Юрій Любаров, директор дитячого містечка Казка.